Кому нравится черная тема для MetaTrader 5, нужно менять тему оформления Windows. В персонализацию заходите. Я вот скачал, выбрал из около 30 черных тем, выбрал вот эти 4, которые более-менее без косяков. Скачивал я все 30 черных тем. Отсюда вот тема для Windows 7. Вот как. Эта тема называется Spirit of Orange. Выглядит она вот так. Давайте теперь попробуем другую. А ну вот еще. Как вот эти всякие вкладки отображаются. Теперь попробуем другую. Red Jarvis, например. Вот так выглядит тема Red Jarvis. Тоже, видите, с косяками. Но вот эти четыре, они самые лучшие из тех 30. То есть меньше всего косяков в отображениях. Именно на MetaTrader 5. Теперь пробуем Touch Light. Вот так выглядит Touch Light. Тоже есть небольшие косячки. Вкладки вообще еле заметны, да? Черный шрифт на сером фоне. И моя любимая Asus Gold. Вот так вот выглядит Asus Gold. Тоже есть косяки. Вот тут вот сливается. Скачал я ее. Вот с этой странички. Вот она в оригинале. Но она немножко мной переделана. Вот этих шрифтов не было видно, они были черного цвета. Я этот цвет один заменил в этой теме и удалил набор курсоров анимированных, которые шли вместе с этой темой. Они такие были золотистого цвета, переливающиеся. Я их удалил, папку с курсорами просто. И инверсный курсор потом стал использовать. Так что, если хотите модифицированную мной версию скачать, будет ссылка под описанием видео. Под видео в описании.
оговорился. Все эти четыре темы, хоть и с маленькими косяками, но они их имеют. Если вы хотите, чтобы вообще без косяков, тогда вот эти темы применяйте. Я их сейчас не буду демонстрировать, потому что у меня тогда оборвется запись. Они не поддерживают видеоускорение, но зато все четко, квадратные рамочки, все такое квадратненькое, все прописано, все видно. Бывают сборки, в которых энтузиасты удаляют эти упрощенные темы. Поэтому можете их тоже скачать и добавить под описанием к этому видео. Вот вроде все рассказал. Задавайте вопросы в комментах, если что-то упустил. Всем пока!